Миллион рублей, может быть, вы выиграете в ближайшие 5 минут, если будете убедительны, веселы и, главное, смешны. За первые 60 секунд смеха комики заплатят вам 5000 рублей. Минута пошла. Ну, сначала я хотел бы исполнить песню Витаса. Ну, на свой мотив. Ну-ка, возьми себя в руки. Возьми себя в руки, тряпка. Юрий, минута пошла. Я еще импровизирую голоса животных. А песни Витаса? Я импровизирую голоса животных. А где Витас? Или он животное? Импровизирую, имитирую. А, имитируете. Володь, мне кажется, что вот Макса веселят в первую очередь анонсы. Это человек, который, приходя в ресторан, наедается, когда прочитает меню только. Да, да. То есть чем закончится, неизвестно. Глотнул слюну и хватит. Время пошло. Вы сами знаете. Ну, музыку в студию. Где? Видели, Юрий из Брянска? Я не могу дождаться шуток, я же не могу себе рот зашить. 100 тысяч рублей! Время пошло. Так, песня Филиппа Киркорова «Огонь и вода» со вступлением. Как там? Белые-белые огни, на двое расколот. Ночь изменила мир, сон тебя не греет. И ты Юрий, значит, когда он укал вот эти обезьяньи хоровые. Ну там правда такие, в таком да, я понимаю, но я думал, пойдут слова, а я потом тоже, да. У-у-у. Я подумал, что он спел первый куплет, а это второй. 250 тысяч рублей! Юрий, вы берете еще одну минуту? Да. Она началась. На далекое облаке не было! Дорогие друзья, мне кажется, Юрий не понял, вы выиграли миллион рублей, Юрий. Серьезно, что ли? Да. Да, но не может быть. Вы выиграли миллион, Юра. Дело в том, что... Серьезно? Да. Юрий, на что вы потратите миллион рублей? Ну, как сказать, я думаю, разумно его потрачу. Я просто не ожидал, что такой исход будет. Нет, я сам не ожидал. Дело в том, что... Я не знаю, на что его потратить. Это капец. Дело в том, что перед началом пятой минуты Владимир мне сказал, ну пусть идет на миллион. Я говорю, ну он же нас не рассмешит. Да ну что ты, ну мы, конечно, немножко продержимся, но мы продержимся. Я не в первой секунде. У меня огромная просьба к Юрию сейчас исполнить песню Витаса. Да, а можно вообще... Юрий, миллион уже ваш, вы ничем не рискуете. Вы не рискуете, уже мы... Ну, хорошо. Это песня победителя, давайте. Да, можно? Ну все, вы меня слушаете? Дом мой достроен, но я в нем один. Скрипнула дверь за спиной. Ветер осенний стучит за окно. Плачет чудак надо мной. Собак
вампирская сага. Самое последнее, можно? Ну, чек. Ну, танец, танец. В конце, конечно, хочется. Да, вы просили просто... вот эту танец. Фонограмму какую-то, музыку, да? Есть музыка у вас? Есть у вас музыка, да? Конечно. Можно под музыку танец, и все. Конечно, мы вас отпустим, конечно. Как миллионера уже все. Мне кажется, 3000 лет назад первые миллионеры танцевали именно так. Шикарно. Танец человека, заработавшего миллион. Спасибо. Браво, Юрий Карпутов. Юрий, подойдите к Максиму с Володей и получите ваши деньги. Большое. Удачи, Юрий. Карпутов Юрий. Бурдовяк.